Отопительный сезон еще не успел закончиться, как началась подготовка к следующему. Сейчас коммунальщики во всем крае проверяют, в каком состоянии находятся объекты, чтобы наметить план работы и начать подготовку коммунального комплекса к следующему отопительному сезону. Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев лично выезжает в муниципальные образования и оценивает организацию работ по подготовке к зиме. Накануне такое совещание прошло в Минусинске. На нем отчитались главы южных районов и руководители ресурсоснабжающих организаций. Так, Центру развития коммунального комплекса новой эксплуатирующей организации района предстоит реанимировать очистные сооружения в селе Лугавское Минусинского района. Современный объект был построен еще в 2014 году, однако работал в ограниченном режиме. Теперь Центру развития коммунального комплекса предстоит вернуть объект в жизни. Предварительная стоимость работ не меньше 5 миллионов рублей. Планируем в течение ближайшего мая-июня месяца провести обследование, определиться уже с объемами работ, необходимые на этот год, для того, чтобы до конца этого текущего календарного года уже запустить в соответствии со всей технологией. А это, которая предусматривает в том числе глубокую биологическую очистку. Дальше идет у нас ультрафиолетовое обеззараживание, и уже совершенно очищенные стоки должны сбрасываться в реку Енисей. В ходе поездки министр посетил объекты коммунального комплекса, где уже выполняются работы – котельную и очистные в селе Лугавское. Для поддержки южной группы районов края при подготовке к зиме из краевого бюджета будет направлено порядка 62 миллионов рублей. Эти средства пойдут на обновление котельных сетей, закупку необходимой техники. Министр также оценил темпы строительства кольцевого водопровода в Минусинске. Он обеспечит больше 6 тысяч жителей частного сектора чистой питьевой водой. Водопровод появится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По планам работы рассчитаны на 2 года, но их могут выполнить быстрее. Работы по кольцевому водопроводу будут выполнены досрочно. Вообще ожидается, что до конца года будет выполнен, в общем-то, 2-летний план работ. Исходя из того количества техники, которая находится на объекте, количества людей, действительно это можно выполнить. Министерство продолжит контроль за подготовкой объектов коммунального комплекса к следующему осенне-зимнему периоду. Выездные совещания запланированы в центральной, северной, западной и восточной группах районов.